Жуткое ДТП произошло в 40 километрах от Алматы. Водитель автомашины Audi 80, следуя по Кульджинскому тракту на большой скорости, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Трое мужчин, находившиеся в автомобиле, погибли на месте, а пассажиры автобуса госпитализированы. О состоянии их здоровья пока ничего не сообщается. Причину аварии расследует полиция Алматинской области.